вами я, Кира. На это сегодня у нас будет очень быстрый и незаметный ролик, как оргазм у женщины. Да, поаплодируй мне. Оскара! Оскара! Но для начала я хочу передать привет тем, кто сделал репост предыдущего ролика 18+, у меня со странички ВКонтакте. Итак, это Венера Шлюшева, Александр Болс, Андрей Тамалюк, Рома Макеев, Саша Климов и Андрей Косьмин. Я вам всем передаю огромный пламенный привет. А также и ты можешь получить привет от меня в следующем ролике 18+, если сделаешь репост данного видео у меня со странички ВКонтакте. Действуй. Все мы любим заниматься сексом, да, и от этого никуда не деться. И как бы вы сейчас говорили, да, не, да, фу, да. Ну, не надо пиздить, друзья. И самый часто задаваемый вопрос – это как долго не кончать. Причем задают его мужчины, заметьте, а не женщины. Ну, давайте же поговорим, давайте же я вам расскажу несколько способов, как долго не кончать, как задержать свое сынное извержение, которое хочет выплеснуться из вашего члена. Первый и всем известный простой способ – это вздрачнуть перед сексом. Но не всегда это удобно. Вы же не придете к девушке в гости и не скажете, ну сейчас я там в туалет, там, на 5 минуточек посрать. Да, типа, я как бы там посрать. На самом деле вздрачнуть. Ну а бананки вышли с довольной рожей, а она уже, представляете, раздета. А вы таким, а я думала еще печененьки с чаечком и так далее, а ты уже тут готова, да? Нет, друзья, это очень плохая идея. Вздрачнуть, если это только вы там заранее знаете, да, что вы придете и будет секс, вот, это да, это возможно. Мое уважение. Второй. Знаешь, сейчас мы с тобой начнем и хорошенько все закончим. Знаете, друзья, нет, на этом может закончиться абсолютно все. И даже свидание. Алкоголь, да, но в умеренных количествах, по бокалу вина и продолжительность секса увеличивается. И ни в коем случае не забывайте предохраняться. Третий способ – это попросить партнершу быть немножечко грубоватой. Ну как грубоватой, если вы, конечно, не мазохист. Попросить, чтобы она укусила вас за руку, за ногу, за шею, за спину, да куда угодно. Ну не так, конечно, что впилась, да, зубами и там подохли на месте, нет. Ну, просто слегка укусить, да, это чуть-чуть спадает желание, особенно когда в ногу, если будете кусать, вот, в ляжку с внутренней стороны, вот, можно, и да, желание немножечко спадает, и таким образом можно продолжить половой акт. Четвертый способ, когда ты уже хочешь закончить, уже прям не можешь, оторвись от нее, оторвись, и займись ее киской, погладь. Поцелуй, полоскай, ведь у каждой девушки есть дома киска. Займись ее киской, девушка будет просто в восторге. Ну, а потом, как киска придет, тоже восторг, тогда можешь уже и заканчивать. Да-да, не удивляйтесь. Пятый способ – это тренировки. Да, тренировки. Когда ты находишься дома один, ты включаешь порно и ни в коем случае его не перематываешь. А желательно порно, которое идет час или полтора. Смотришь его от начала и до конца. И с самого начала ты начинаешь тихонечко подрачивать себе, да? К середине ты уже готов закончить, если не раньше. Но ты не заканчиваешь. Ты просто приостанавливаешься и смотришь дальше. Убери руки от своего писюна. Таким способом ты учишься сдерживаться. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. И последнее. Если ты знаешь, что ты очень быстрый кончун, никогда не спеши в постели. И если ты, допустим, можешь один раз кончить и второй раз начать, который второй раз там закончится вообще не знаю через сколько времени, да, и девушка уже будет лежать бездыханно, не надо этого. Просто не торопись. Не торопись никогда. Чувствуй девушку, чувствуй, что она желает. Если ты уже чувствуешь, что кончишь, просто выходи из нее. Ласкай, целуй шею, спину, плечи. Целуй все, целуй вообще всю девушку. И наслаждайся тем, как она сходит с ума.
Ну, а потом, естественно, продолжение. Просто не спеши. Это вот, знаете, если все остальные способы вам вообще к черту, какую-то херню Кира рассказала, да, то вот этот не спешить. Короче, спешка ни к чему хорошему не приведет. И на этом, наверное, все. Я вас, конечно, всех люблю. Маленькие мои дочины, большие извращенцы. Вы для меня просто все, ради вас я это все снимаю, ради вас я это все делаю. Я также хочу, чтобы вы вступали в мою закрытую группу ВКонтакте «Фандом унижения 18+», а также подписывались на мой Инстаграм, и вы можете увидеть много всего интересного. Да и вообще, у меня сейчас очень-очень дешевая рекламка до конца мая. Вот, ну, люблю вас всех, просто обожаю. С вами была я, Кира Найт. До скорой встречи. И не забывайте делать репост данного ролика, и тогда я передам вам привет в следующем моем ролике 18+. Все очень просто. Пока-пока.